определиться с приоритетами и действовать. Сегодня президент Татарстана с рабочим визитом посетил набережные Челны. Он провел совещание с городскими чиновниками, а вместе с ним в его работе приняли участие представители различных министерств. На повестке развитие второго по величине города в республике и его инфраструктуры, строительство дорог, трамвайных путей, а также здания театра, школ, спортплощадок и других объектов соцкультбыта. В последнее время из-за универсиады основное внимание было сосредоточено на Казани, отметил Рустам Миниханов. Теперь настал черед Автограда. Внимание Челнам у нас было недостаточное, но в то же время должность идет, Челны тоже нуждаются в поддержке. Поэтому сегодня мы оперативно все эти вопросы рассмотрим.